Где я? У меня, походу, то ли сотрясение, то ли я бухал, но если учитывая, что я не бухаю, скорее всего, сотрясение. Башка-то как раскалывается. Вот примерно так я себя чувствую каждое утро. Вот. Где я, что я и как меня зовут? Ёпер, СТ, я ж в предыдущей серии шандарахнул со 4-го этажа. Мои шмотки! Фу, мои шмотки при мне. Их вроде не забрали. Фу, хорошо, так. Баба Люба? А чё Баба Люба-то здесь? Так, подожди. Нужно восстановить всю синхронологию событий. Я пошел грабить богатого школьника. Богатый школьник проснулся. Его дом вернулись родители. Они почти меня запалили, но я успел скрыться, спрыгнув с 4-го этажа в тележке. Тележка к чертовой бабушке забилась внутрь земли, а я себе, походу, сотрясение заработал. Потом я вырубился. То ли Баба Люба меня нашла, то ли, не знаю, то ли скорая помощь меня нашла и привезли меня в больницу. А чё у меня над койкой сушёные перчики делают? У меня такой вопрос. Ну ладно, может перца перчики могут лечить? Я вот это не знаю. Башка-то так болит, с ума можно сойти! Как говорится, хоть матушку вашу Армагеддон на улице Эдисон в любом случае запишет новую серию для своих подписчиков. Я ж скучать вам 100% не дам. Подпишись, пожалуйста, на канал, а? Ну башка болит так, то что я реально спал, единорогов видел. Галюны, походу. Или это отходняк от препаратов, я не знаю. Врач! Позовите врача кто-то, я даже не знал тут. Я даже не знал, что здесь Баба Люба за меня переживает. Врач! Позовите врача! Иду, бегу. Врач! Здравствуйте! Я вообще нифига не помню, что здесь произошло, у меня, походу, амнезия. А что Баба Люба-то здесь делает? Да в смысле, что я кричу? Да знакомая моя Баба Люба, что она в палате вместе со мной делает? Кем вы являетесь, бабушки? Я внуком, сыном. Ну, у нас там сложная ситуация. Я и не внук, и не сын, и даже не знакомый, и как бы... Но я очень сильно за нее переживаю. Она за меня переживает, и я очень сильно за нее переживаю. Проблема в том, что она даже не знает... Просто она очень сильно за вас переживала. Но говорю, проблема в том, что бабушка даже не знает, как меня зовут. Ну, главное, чтобы с ней все было в порядке. Бабуль! Подождите, сейчас я дефибриллятор им шандарахну! Бабуль! А-а-а-па! Бабуль! Ну, как бы сердце дало знать то, что она жива, да? Но она что-то не хочет... Почему вы стали с койки? Можно я... Ладно, дефибриллятор, я себе тогда заберу дефибриллятор. Ну, в смысле... Я в смысле нельзя... Пропиздон. Средство от нерадивых подчиненных вставляется анально. Доктор, пропишите мне пропиздон, пожалуйста. Мне кажется, что он мне 100% пригодится рано или поздно. У вас перелом левой лопатки на правой ноге снизу. Перелом левой лопатки на правой ноге. Короче, доктор, выпишите, пожалуйста, меня с больницы. Мне нужно сваливать, у меня как бы дела. Деловой молодой человек. Выпишите, пожалуйста, и бабульку тоже выпишите. Спасибо большое, то, что вы меня вылечили. Если надо, там какие-то препараты мне выпишите, чтобы я хорошо себя чувствовал. Спасибо большое. Вот я вам выписываю таблетки принимать 3 раза в день. Я надеюсь, пропиздон вы мне выписали или нет? А хотя нет, пропиздон не надо, там вставляется анально. Нет, давайте кое-что другое, пожалуйста. Приходите к нам по 1000 рублей за сеанс. Ну, давайте, вот вы один раз меня сейчас вписали, бесплатно выписали, да, потому что я там, наверное, уже подыхал, когда выпрыгнул с 4-го этажа. Вот давайте, не, 1000 рублей за сеанс, вы с ума сошли, да у меня бабок-то столько нет, откуда 1000? Так, таблетки похуин. Похуин мне точно понадобится. Бабуль! Вставай! Доктор, разрешите, пожалуйста, еще раз дефибриллятором голову там в голову прописать. Бабуль! Бабуль, вставай! Вставай! Еще раз вставай! Бабуль! Ей плохо, ей плохо. Она в кирпиче головой застряла. Бабуль, да встань ты уже наконец-то! Еще раз разряд. Всю мощность. Раз. Что вы с ней сделали? В смысле, я ее воскресить пытаюсь, с того света вытащить. Она уже одной ногой на втором свете. Вытащите, пожалуйста, ее как-то с загробного мира, я не знаю. Я с бабулькой домой хочу пойти. Доктор, сделайте, пожалуйста, что-то. Укол? А мне... Я надеюсь, не мне укол? Я вообще-то боюсь... Опа! Бабулька, с возвращением!
Ого, вы уже там, наверное, свет в конце туннеля, да, видели? Уже с Богом, наверное, поприветствовались, да? Что ты пугаешь так, милок? Да, бабулька, не переживайте, да со мной все нормально будет, да, бабуль. Бабуль, не переживайте, да все со мной нормально будет, да шо вы, за свое здоровье бы, за свое здоровье бы. Бабуль, нам нужно сваливать отсюда. Давай, бабуль. Все, доктор, спасибо большое вам то, что свет выключить. Спасибо большое, все, бабулька, сваливаем. Бабуль, я там староты взял несколько. Сваливай. Давайте, всем пока, медсестра, пока. До встречи. В смысле, до встречи? Вы мне что, зла желаете? Вы хотите, чтобы я к вам сюда в больничку каждый день приходил? Давай, бабулька, сваливаем. Да, ограбление школьника вообще не по плану пошло. Сколько лута? Give me the loot! Так, хорошо, лут есть, я все старотым взял, даже еще успел старотым сидеть с больнички, тут несколько всяких дефибрилляторов, ага. Бабуль, да отвезите меня, пожалуйста, домой. Башка кружится, да и вас на самом деле, наверное, так кружится, что с ума может сойти. Нет, милок, ты вези, голова болит. А, ну ладно, давай, садитесь, бабулька, садитесь. А, сейчас мы на этой тарантайке, ну, за... О, подожди. Сейчас мы, бабулька, на этой тарантайке, ну, за недельку так доедем, Бабуль, догоняй! Подожди, а в какой стороне у нас дом находится? Ой. Ну, сейчас, бабуль, сейчас все будет, сейчас мы доедем. Часик второй, нам тут их хоть ехать 300 метров, но на этой тарантайке всю жизнь, наверное, на это потратишь. Вы как, бабуль, держитесь? Все с вами нормально. Я вообще на самом деле ничего не помню, что было. Я помню, как я шандарахнулся с окна и после этого прям потеря памяти. А вы-то меня как нашли, бабульк? Вы как-то оказались вообще в больничке? Мне доктор сказал то, что вы за меня очень сильно переживали и потом как-то загремели также в больничку после меня. Я не знаю, что с вами произошло, но... Ладно, спасибо большое, бабулька, то, что переживали. Сейчас поедем к вам. Я обещал то, что я приду к вам, мы с вами захаваем борщица. Сейчас, опа, подожди, вот сейчас налево. Позвонили с больницы, инфаркт случился. Откуда у них ваш номер и откуда, точнее, а как они вообще выяснили то, что вы, бабулька, со мной как-то связаны? Так, ладно, давайте. Пошли, бабулька, борщица захаваем. Я же вам обещал то, что... Ну, я прям, знаешь, бабуль, у меня жопа сегодня вот чесалась с того момента, как только я проснулся. Когда жопа чешется, 100% к проблемам. Проход запрещен. Свиньи продажные, полицмены, вы мне дадите когда-то в этой жизни нормально пожить спокойно? Господин мент, мусор, а что здесь произошло? Почему здесь все оккупировано? Почему здесь все перекрыто? Мы просто в этом доме с бабулькой живем, и почему вы нас не пускаете? Произошел инцидент. А, инцидент. А, ну, наверное, что-то с ограблением, да, связано. Просто мы как бы в криминальном городе живем, да? Ограбили школьника. А, ну, я в принципе, так и предполагал, то, что, ну, бабуль, я знаю, ну, как бы в криминальном городе живем. Здесь каждый день кого-то дограбят. Школьника ограбили. Ай, паршивцы! Вот, ловите! Происходит расследование. А, ну раз расследование происходит, ну тогда хорошо, тогда домой нас не пропустим, мы просто в первом подъезде живем. А почему вы в балаклаве? Просто... Ну знаешь, господин полицейский, сейчас по секрету тебе скажу. Сейчас просто, знаешь, тренды на это прошли, пошли тренды, все в масках ходят, знаешь, на Твиче там полно баб, которые там в маске, ну, короче, ну, тренд на балаклаву. Ладно, я страшный просто. Вот. Ну, мамка плохо постаралась с батей, вот я страшный не получился. Стесняюсь, лицо страшное, просто ужас. Я спрячу, ну, короче, тренды, знаешь, вот, у меня тренды, да. Тренды до меня поздно доходят, поэтому вы как бы не смотрите, что я в балаклаве. Я всю жизнь в балаклаве. Страшный! И нервный. Я всегда нервный, всегда страшный. Пустите домой! Черепушку ломом проломлю. Пошутил. Мы не можем вас пропустить, пустите. Ладно, бабуль, нам и так в другое место пока что нужно забежать. Мы вернемся через какое-то время. Вот, возможно, эти мусора уже уйдут. Да. Пошли, бабуль. Мне же еще кошочку-братику нужно заехать. Кошочку-братику, у меня же полно добра, которое я сейчас столкну. Да, неважно, бабуль, садитесь на ходу, сейчас мы. Бабуль, кошотику-братику, пойдем познакомим вас со шотиком-братик. Кошотик-братик, хороший мужик. Во какой! Вот!
Тем более у него свой бизнес, поэтому бабулька, типа, ну... Можете Ашотику братику также борщик готовить, мне кажется, он против не будет. Вот сейчас здесь припаркуемся на обочине. Все, пошли, пошли, бабуль, пошли. Бизнес у Ашота! Бабуль, подождите вот здесь. Я сейчас приду. Вот вам лучше туда не спускаться, Ашот. Ашот не любит просто новые знакомства, а тем более бабулек он не любит. Я не знаю, почему он бабулек не любит, неважно. Я сейчас спущусь и приду, поэтому не переживайте, бабуль. Салам пополам, брат! Ашот! Брат, сколько лим, сколько зим, сколько лим, сколько весень, сколько осень. Ашотик, братик, я тут тебе лут принес. Give me the loot! Лут принес тебе, Ашотик, брат. Да, дела потихоньку, я вот в предыдущей серии тут наварился кешем, ну, в смысле, ты меня сейчас кешем наваришь, а я тут принес тебе, Ашотик, братик, немножко лута я тебе принес, поэтому, Ашотик, братик, иди сюда, Ашотик, братик. Сейчас будем с тобой торги вести. В общем, смотри, Ашотик, братик, что я нашел? Компьютер сразу, мышка сразу и клавиатура сразу. Что-то вроде Apple, ну что-то в этом роде. Я не знаю, что это за марка, но неважно. Короче, вроде новенький, вроде работает. Видишь, там всякие программы. Вот, он, да, я с розетки как бы его вытащил. Видишь, экран до сих пор работает. Я не знаю, как это у него вообще возможно. Но компьютер прям из фьючера, из будущего. Сколько дашь, Ашотик, братик? Не будь жлобом, а подумай перед тем, как какую-то мне такую хреновую пропозицию делать. За него 1000 рублей. 1500 и по рукам. А? Черт бы тебя... Ладно, давай тысячу. У меня сейчас в инвентаре 2700. Хорошо, уже 3700. В общем, дальше, Ашотик, братик, дальше. Телевизор. Full HD 4K Samsung. Samsung или от Samsung? Вроде от Samsung. Это новая модель Samsung. Samsung от Samsung 369 вроде. И за телевизор 3000, да как у тебя мозг вообще работает? Ты видишь диагональ монитора, и ты видишь диагональ телевизора. Телевизор в два раза больше монитора, а ты мне даешь и 1000 за это, и 1000 за это. Ашотик, братик, подводишь ты меня, давай штукарь. Штукарь давай. Камера. Sony PlayStation. Не, подожди, Sony PlayStation это что-то другое. Короче, камера какая-то, я не знаю, что это за камера, но она такая старенькая, ну да... Ладно, 400 рублей, но здесь я даже возражать не буду, потому что она реально, вот, я не знаю даже, она работает или не работает, поэтому давай, 400 рублей, хорошо, черный рынок, Ашотик, братик. А, так, еще, компьютер, если ты мне сейчас за компьютер предложишь 1000 рублей, я тебя по хуинам накормлю. Какие 2000, ты с ума сошел, ты подожди, посмотри на компьютер, красный. Слева! Все стеклянное! 3000! 3000, а не 2000! 3000 гони! Да какие 2000? Ашотик, 3000. Я не... Ашотик, братик, 3000! Не крути башкой, 3000! 3000! Брат, посмотри на этот гаечный ключ. Он с одного маха может тебе черепушку снести. Вот подумай хорошечно с черепушкой, пока она у тебя еще соображает. Он гаечный ключ, вот он предлагает 3000. Если гаечный ключ сейчас увидит то, что ты напишешь 2000, я своих братанов позвать могу. Ну подожди, а я могу позвать в одной руке лом, а в другой руке могу позвать гаечный ключ. Вот, сотрясение мозга за секунду обеспечено, и своих братков ты уже позвать 100% не сможешь. Ашотик, братик, подумай хорошечно. Ладно. А где бы тебе трещину оставить? А, ну вот, все хорошо. Конечно. Ашотик, братик, не подводи компьютер-то. Я компьютер себе-то забрать могу. Но мне сейчас бабки нужны. Мне через 5 дней уже нужно за хату платить 10 тысяч. Поэтому, или 10, или сколько? 20? Я не помню. Неважно, мне бабки нужны. Я вот тут что-то остроты бзил в этом, в клинике, пока меня там лечили. Я не знаю, но оно походу, дорогое. 200 рублей? Ладно, давай, без разницы. На металлолом сгодится. Я не знаю, что оно делает. Дефибриллятор какой-то, тем более использованный. Я бабку Любу долбил им. Вот, и Ашотик, братик, иди сюда. Ашотик, братик, посмотри.
Посмотри, что у меня есть. Если ты мне предложишь 1000... О, вот это уже хорошее начало. Оу, ты видишь что-то? Я не знаю, то ли это бриллианты, то ли это алмазы, то ли это изумруд, я не знаю. А может это стекло какое-то обычное. Хотя сомневаюсь, как бы все же мама богатого школьника. Там бриллианты. Там бриллианты? Ашотик, братик, дорого очень. А вот это, Ашотик, братик, вообще другой разговор. Ну давай мы с тобой договоримся на сколько? Ну 1010? В смысле нет? Ну ладно, давай 9, хорошо. Мне сейчас бабки нужны. Не хочу покупать. А у тебя столько бабок просто нет. А куда я могу толкнуть эти бриллианты? Не подскажешь? Может, у тебя знакомый какой-то есть? Там в ломбарде работает. Бриллианты, реально, сколько? В ломбард. Ладно, тогда в следующей серии толкну это все в ломбард. Сейчас у меня времени нет. Все, Ашотик, братик, давай салам пополам. Давай, всей семье привет. Зови на шашлыки, если будешь шашлыки когда-то жарить. Зови. Все, давай, пока. Ашотик, братик, давай. Что? Встаю. Ты меня засосал сейчас в щеку, или что? Я чуть не могу понять. Ашотик, братик, ты с ума сошел? Ты меня в балаклаву поцеловал. Ну ладно, обычаи там вот это у вас на родине, хорошо. Все, давай, да, Ашотик, давай. Баблюб! Баблюб, очнитесь! Алло, прием! Вы уснули? Шо, милок, пошли домой, баб! Домой пора, домой! Я там поговорил с Ашотиком, братиком, Ашотик, братик, хороший человек. Поехали, бабуль, поехали. Я надеюсь, что менты уже уехали, потому что, ну... Да, утро уже на улице, а нам нужно как-то домой пробраться. Да, мне нужно эти все бабки, которые у меня сейчас в кармане, куда-то запрятать. Походу, мне, наверное, домой сейф нужно купить, чтобы никто взломать его не мог, и никто... Ай, вы до сих пор расследуете здесь что-то? Да впустите нас, да я домой хочу! Я не знаю, что нам делать. Как нам вообще пробраться домой? То есть вы мне сейчас предлагаете реально на улице жить, да, все это время? Баблюб, что делать? Это ваш балкон? Да? Ну а как? Мне, вы что предлагаете, чтобы я по дереву залез туда, как обезьяна какая-то? Не, баблюб. Ладно, значит будем Может меня пропустят. Кстати, баблюб, реально... Да не буду я убирать такую машину, идите в сраку! Реально, баблюб, может вас пропустят? Да, все-таки вы старая пожилая женщина, но они, мне кажется, они не настолько зажравшиеся. Подождите, ну вас как бы пропустят, а со мной что делать? Меня что, не пропустят? Придумаем что-то. Ну давай, баблюк, давай, хорошо. Вы давайте тогда домой шуруйте, я машину уберу, а то реально на штрафстоянку ее потом отвезут. Сейчас уберу! Баблюк, да, уговаривайте эти вот дебила. Сейчас я вот здесь припаркуюсь. Опа, на парковке, вот. Полицейский, ну будьте вы человеком, у бабы Любы сердце слабое, да ей таблетки выпить надо. Ну я понимаю, меня не пропускаете. Ну бабу Любу-то пропустите. Ну на... Все, давай. Баб Люб, давай, да, проводи до дома, проводи. Ага, я пока здесь подожду. А что мне тогда делать? Баб Люба сейчас домой отправилась, а мне что? Ладно, посижу здесь. Похуин покушаю. Опа! Жизнь грабителя сложная штука. Да, бабуль, да, бабуль, опа. Ну, скиньте мне канат какой-то, я там поднимусь к вам. Я же Чё это такое? Бабуль, я борщ хочу, что зачем вы мне бензин скинули? И лети сюда. В смысле лети сюда? Чё это такое? Не понял. Бабуль! Не открывается ничего. Чё с этим делать-то, а? Ещё... Опа. Спасибо, бабуль! И чё это за хрень? Вы вентилятор к креслу приделали или что? Борщ стынет. Ща! Кого? Бабуль! Это что такое? Вы с ума сошли? Откуда у вас эта хренотень, а?
что секретные разработки из НАСА, из Пентагона в Америке. Бабуль, ловите меня, ловите, 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 ловите. Опа! Это... Шайтан машина! Вот Ашотик за такую хрень реально 1030 заплатит. Сын подарил. Кем у вас сын работает? Секретный реально, он на Мстителе работает. Всякие там машины из будущего придумывает. Ладно, бабуль, разберемся в следующей серии. Борщик! Бабуль, я не знаю, сколько я ждал времени, чтобы вы меня накормили нормальным борщицом. Давай, тащить тарелки, наливайте борщик, а я буду прощаться прямо сейчас. Ставь лайкусик, если хочешь продолжение. Ну, пока что грабитель с меня такой себе, хоть я уже сделал первое ограбление. Прямо сейчас у меня, ну сколько? Прямо сейчас у меня почти 9500 рублей. Это значит, что мне уже хватает, ну почти хватает заплатить на квартиру. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые серии. И, конечно же, если хочешь борщец от бабульки. Вот, тарелочку мы тебе все же нальем. Мы как бы тоже не жадные жопы. Мы тебе с бабулькой говорим огромное спасибо. Всем удачи и всем пока. До следующей серии.